Здравствуйте, меня зовут Александра. Разрядился? Давай. Просто... Я повторю вопрос, потому что не все слышали, может быть. Я идейная, но я не действую, да, я не делаю. Это вообще на самом деле проблема современности. Сегодня все все знают, что нужно сделать, но никто ничего не делает. И те люди, которые начинают действовать, они достигают успеха. Если ты ничего не делаешь, у тебя ничего не происходит. У меня есть товарищ один, он говорит, вот Илон Маск украл мою идею, он продает мозги. А от идеи до воплощения – это пропасть. Поэтому, мне кажется, нужна дисциплина и нужна действительно воля, чтобы просто начать. Нужно просто каждую идею, которая у тебя в голове возникает, надо просто ее встать и сделать. В тренингах личностного роста есть такое упражнение, когда ты делаешь там, 10 альтернативных заработков. Да, там 10, зарабатываешь 10 способами, которыми ты никогда не зарабатывал. Мыть полы и таксовать нельзя. Да, то есть ты вот какими-то там массаж, там что-нибудь там, ивент организовал, еще что-то. Вот просто сделай 10 за неделю. Не надо растягивать на год, сделай за неделю, у тебя мозг будет потихоньку кипеть, взрываться, и тогда ты поймешь, что каждую идею, которая у тебя возникает, ты можешь ее воплотить. Я в сегодняшний день планировал, вот честно, с, наверное, лет 6 назад или 5, я примерно думал, что надо вот что-то подобное такое сотворить. И прошло вот 5 лет, и это произошло. На самом деле можно было быстрее, ну, раньше. И оказалось, что это намного проще, чем я думал. Честно, я думал, что это очень тяжело, оказалось, что это не так сложно. В личных консультациях, в тренингах каких-то я людей заставляю делать. Просто вот он говорит, у меня мечта, там вот ко мне приходил фотограф, он говорит, у меня мечта сделать свою выставку. Он фотограф-портретист. Я ему дедлайн поставил 2 недели, я говорю, сделай выставку. Он весь дедлайн просрал, короче, но сделал выставку через месяц. Он мне долго объяснял, что нужен свет, студия, там, модели, потому что моделей нету, надо договариваться. Знаете, как он сделал? Он занял студию на 2 часа и ловил моделей на улице. Девушка, можно вас сфотографировать? Заводил в эту студию, фотографировал. И он сделал собственную выставку первую. И когда он пошел в свои фотографии печатать в типографию, то он, типография сказала, это для чего? Он говорит, будет выставка. Они говорят, мы спонсоры. И они за свой счет распечатали это. Когда... ресторан узнал, что он хочет вывесить картины, и придут люди, ресторан, мы спонсоры, помещение бесплатно на 2 месяца. И так получилась выставка. Все оказывается намного проще, чем мы думаем. Почему чем больше мы думаем, тем меньше мы делаем? Потому что мозг придумывает отговорки. Замечали, да? Ой, это такие проблемы, магазин открыть. Кто-нибудь открывал когда-нибудь магазин в голове? Угу. Это же СЭС сразу придет. ИП у нас открыть сложно, не дай бог ТО получится. Это надо с поставщиками договориться. Пожарники будут мозги клевать. Где я найду клиентов? И вот чем больше ты лежишь на диване, тем больше отговорок. Это же столько нужно вложений. Очень часто просто, чтобы что-то сделать, даже деньги не нужны. Даже деньги не нужны. Поэтому... не надо искать лучшего благоприятного момента, надо встать и просто сделать так, как есть сейчас. И все. И оно потихоньку все получится. Я когда начинал тренинг, я думал, что надо написать программу гениального тренинга сначала, а потом проводить тренинг. А потом я думаю, что-то мне лень писать. Я думаю, наверное, я как-нибудь так сделаю. И я написал в Фейсбуке, приходите, будет тренинг двухдневный. А до этого были только мастер-классы двухчасовые на 8 человек.
На первый тренинг пришло 6 человек. Я вышел, я стоял и не знал, с чего начать. Потом последующие 2 года был чудовищный эксперимент над людьми, потому что я не знал, куда я их веду. Не было ни структуры, что зачем следует, к чему это вообще тренинг нужен, зачем он нужен, я не понимал. И потихоньку через 2 года появилась структура, потому что я пробовал, зашло, не зашло. Зашло, не зашло, вот это зашло. И все, что заходило, я у себя отмечал. И потом из этого получился вот этот двухдневный тренинг. Он с 10 до 6 вечера, мы прям вот с людьми там вот варимся, всех давим, бьем, там выдавливаем, все плачут, там страшно. Вот, и поэтому вот так. Поэтому не ждите ничего, не ждите благоприятных условий, просто начните. Просто встаете, начинаете, делаете, и все. Больше ничего не нужно.